Заехали в отель. Отель называется Гавайи. Сейчас покажу номер. Раковина, туалет, душевая кабина. Так, здесь халатики. Дальше. Так, чайник, чашки. Каждый день дают по 2 бутылки воды нам. Телевизор. Там темно, не видно. В общем, 2 кровати. Так, долго мы искали кондиционер. Оказывается, он тоже есть. Мы думали, что его нет. Тут пульт. Так, по поводу курения. В общем, куча розеток. Не знаю, видно здесь что-то. А, не видно, ладно. Так. Ну, в общем, курить, я так понимаю, здесь можно, потому что здесь вот пакетики чайка и специально пепельница со спичками. Всем привет, я Елена Руденко, и сейчас я нахожусь в Китае на острове Хайнань. Вылетели мы сегодня из Киева в 6 часов утра, 6 января. Летели 10 часов, прилетели сюда ночью. Разница во времени, получается, между Киевом и Китаем 6 часов. Долетели мы замечательно, нас встретили, довезли в отель. Мы уже в отель поселились, как вы уже видите. Отель называется Гавайи. Немножко расскажу о первых моих впечатлениях. Приключения у нас уже начались в аэропорту. Я и моя подруга дали свои загранпаспорта на паспортном контроле. Я блондинка, моя подруга брюнетка. Меня пропускают, дают мне в руки паспорт, я отхожу, ее не хотят пропускать. Я открываю паспорт свой, смотрю, а оказывается, меня пропустили по ее паспорту. У меня складывается такое впечатление, что мы для китайцев все на одно лицо, так же, как и китайцы для нас. Ну, в аэропорту мы совсем все разобрались. Здесь мы заметили, что ни одной надписи, ни одной вывески нет на русском либо английском языке. Русскоязычных туристов здесь очень-очень мало. Ну, а китайцы на английском не говорят, не считают нужным его учить, возможно. Здесь разговаривают все на китайском языке. Ну, думаю, у нас сложностей не будет. Хотя ни я, ни моя подруга китайский не знаем. Ну, как-то на языке жестов мы разберемся. Немножечко расскажу о острове, на котором мы сейчас находимся. Этот остров раньше использовали для ссылки заключенных. Но когда правительство Китая заметило, что заключенные перестали болеть и начали доживать до 100 лет, то этот остров решили сделать китайской здравницей. И после этого сейчас толпы китайцев летят сюда на оздоровление. Этот остров в мире считается самым чистым. Ну, находится на 3-м месте по чистоте. Климат мне напоминает немножечко Таиланд. Месяц назад я как раз была в Таиланде, в Камбодже. Вот сейчас, отметив Новый год, решили прилететь в Китай. О визах. Если бы мы самостоятельно решили поехать в Китай, то нам бы надо было оформлять визу. В Киеве в среднем оформление визы стоит около 150 долларов. И надо было бы ждать от 7 дней до месяца. Но так как мы летели через турфирму, за визу платить не надо. Мы летели по групповой бесплатной визе. Местная валюта здесь юани. Доллары, евро нигде не принимают. Курс, как нам объяснили, мы еще не меняли, но курс 100 долларов 630 юаней. Ну, это получается 1 юаня, это приблизительно 5 гривен или 10 русских рублей. Поменять валюту можно либо в банке, но это надо с паспортом идти, что-то там еще заполнять на китайском, либо в отеле.
Сейчас на острове Ханьянь 25 градусов тепла. Ну, сейчас ночь. Гид нам объяснил, что на этой неделе температура будет около 28-29 градусов. Так как здесь повышенная влажность, около 80%, то данная температура особо, ну, не должна нас напрягать. Но завтра днем, гуляя по острову, мы посмотрим, насколько жарко и душно. Или не душно, здесь будет. Если вам будет грустно и одиноко в столь интимные моменты, то китайцы о вас позаботились. Вы можете сделать звонок своему другу. Вот так вот выглядит ресепшн в отеле, в котором мы Вчера мы вселились в отель, у нас забрали паспорта, когда нам их вернут, мы не знаем. Также нам взяли залог на 100 долларов. Их нам вернут, когда мы будем уже выезжать из этого отеля. Ну, сейчас мы спим, ждем гида, послушаем, что он нам расскажет. Как-то необычно при жаре 28 градусов видеть елку. Я уже даже забыла, что недавно отмечала Новый год.
Национальная валюта Китая – юань. Один юань равняется 10 цзяо, равняется 100 фэнь. В обращении используются купюры номиналом 1, 5, 10, 50 и 100 юаней. Также 1,5 цзэнь и 1,5 фэнь. Вот так вот выглядят купюры. Курс, как я уже говорила, за 100 долларов 630 юаней. И еще вот интересно. Вот это 5 юаней. Когда мне давали сдачу, сначала дали, мне должны были дать сдачу 50 копеек. И мне дали 5 монет по 10. А потом она мне те монеты забрала и дала вот такую вот купюру. Чтобы было понятно, это 50 копеек. В общем, пол юаня. Вот так вот она выглядит. Несмотря на запреты, китайцы курят везде. В принципе, вот берег, пляж, стоят пепельницы. В общем, курить можно и на пляже, то есть везде. Даже в отеле пепельницы стоят возле лифта. Ну, если долго ждете лифт, можете покурить. Остров Хайнань омывается Южно-Китайским морем. Это очень чистое море с бирюзовой водичкой. В плане разной морской живности купаться в море безопасно. Если что-то сюда заплывает близко к берегу, его сразу же вылавливают и едят.
Вечерний пляж Дадунхай. У меня есть традиция. Я привожу камушки с разных мест силы. Вот камушек для денежного колеса, которое находится в Киеве, и в Южно-Китайского моря, с пляжа Дадунхай. В начале видео я всем говорила, что здесь нет ничего на русском языке, ни вывесок, ну вообще ничего, короче, никто не говорит. На самом деле сегодня, погуляв по городу, мы увидели несколько магазинов. Обычно они называются «Шелк у Елены», «Еда у Тани», «Сувениры у Марины». То есть мы видели вывески с русскими названиями. А, ресторан там «СССР», «Славяночка», «Россия», «Москва», это мы тоже видели. По ценам. Цены здесь нереально дорогие, то есть совсем не китайские. Получается, просто в магазинчиках цены в 2-3 раза дороже, чем в Киеве. Такие цены, как в Киеве, можно найти в супермаркетах. Их здесь 3. Ананас, зима и лето. То есть вот там можно как бы так скупиться, попробовать разные экзотики по доступным ценам. Возвращаясь к прогулке, мы ради интереса купили фрукты попробовать. Ассортимент фруктов в Китае намного меньше, чем в Таиланде. Цены значительно дороже. Там за кусочек почищенного ананаса, несколько черешенок, там, может, 0,5 килограмма черешен и одно манго, пришлось заплатить 80 юаней. Это около 400 гривен. Если взять, сравнить с ценами в Таиланде, вот месяц назад мы были, при том, что мы были в Таиланде в туристическом месте, в Паттайе, там, где тоже завышенная цена на фрукты, но за это мы бы отдали, получается, где-то около 100 бат, это 80 гривен. То есть вот разница. 80 гривен в Таиланде и 400 гривен здесь, в Китае. Поэтому и фрукты на вкус, они не такие. Мне кажется, в Таиланде намного вкуснее, слаще. А здесь такое. Немножко еще расскажу, почему китайцы долго живут. Нам открыли секрет такой. В Китае вообще нет сахара и соли. То есть китайцы не кушают сахар и соль. Соль они заменяют соевым соусом. А сахар, ну сахар фиг его знает, чем заменяют. Мы еще не узнали. А, они его вообще, вот мне подсказывает подруга, они вообще его не используют. Вот. А еще китайцы не пьют молоко. Считается, что у китайцев, в общем, организм не воспринимает коровье лактозу. Молоко, лактозу. Мне все подсказывают, потому что я находилась по такой жаре. Китайцы не воспринимают лактозу, и вместо коровьего молока они пьют соевое молоко. Также делают из соевого молока там, разные сыры и так далее. Здесь очень проблематично сделать качественное фото и отснять качественное видео, так как вся техника перегревается, запотевает. Ну, что-то буду пробовать. Чтобы сделать фотографии, вот я взяла фотоаппарат. Такой вот он тяжелый, зараза, с ним носиться. Потом также для фото-видео я на разные там телефончики
и сейчас на телефон снимаю, на моторолку. Также взяла вот видеокамеру. Такую вот. На нее есть чехол. С этим чехлом можно снимать под водой до 50 метров на глубине. Правда, единственное неудобство этого чехла, если камера находится в чехле, то не слышно звука. Искусственная еда в Китае. Китайцы едят все подряд. Вот закуска у них, это какая-то такая вот фигня, напоминающая, не знаю, пенопласт или мочалку, пропитанную маслом. Просто все руки грязные в этом. Масло со специями. Не рекомендую. Вообще отвратительное. Потом будете в Китае, не покупайте такую вот закуску. Это настоящая рыбка. Тоже в масле, но не так много масла. С приправками. Со специями. Очень-очень вкусная. Единственное, что здесь есть косточки. Надо аккуратно кушать. Всем туристам на Ханьяне предлагают бесплатные экскурсии. Это экскурсии на змеиную ферму, потом на фабрику шелка, на акулью ферму и магазин сувениров. Мы согласились, поехали. Первая это была у нас змеиная ферма. Это маленький домик. Мы заходим в одну комнатку, там стоят террариумы со змеями, там пару террариумов с тигровыми питонами, там несколько террариумов с какими-то ядовитыми и неядовитыми змеями. Во время экскурсии нам начали рассказывать, что тигровый питон – самая большая змея там в мире, хотя на самом деле самая большая – это анаконда. В общем, после этого нас повели на шоу. Снимать это шоу запретили. Шоу длилось там 1,5–2 минуты. Китаец достал из 2 мешочков по кобре, подержал их в руках, кинул на пол, кобры друг на друга пошипели. Вот, в принципе, и все шоу. Потом нас отвели в другую комнатку, в которой нам начали впаривать какой-то препарат, мазь из желчи змеи или жира змеи, я так там толком не поняла, из чего-то там, в общем, мазь с ментолом и что-то со змеей там. В общем, паривали, потом предложили нам коктейли, экзотический коктейль. Коктейль, он состоит из рисовая водка и кровь змеи. Ну, сначала нам сказали, что такой коктейль, рюмочка, такого вот напиточка стоит 200 юаней на человека. Нас это было 4 человека. То есть я, моя подруга и еще с нашего отеля поехали парень с девушкой. Мы отказали за 200 юаней, потом они говорят, ну давайте по 100 юаней с человека. Мы сказали, нет, нет, отказались. Тогда они говорят, ну давайте хотя бы по 50 юаней. Ну, за 50 юаней попробовать, по 50 с человека, попробовать данный коктейль мы согласились. Обратно же, снимать на видео запретили. Пришел тот же китаец, с какой-то там змеей в руках, отрезал ей голову, выдавил кровь в стакан с водкой, это с рисовой водкой, все перемешал, потом разрезал змею, достал желчь, туда же еще и желчь выдавил в этот стакан. В общем, мы выпили по этой рюмашечке. За стакана по рюмкам разлили. Мы выпили по этой рюмашечке этой водки с кровью змеи. Нам еще дали закусить каким-то ледяным сахарком. Что-то наподобие сахара. Но как кристаллик сахара, только большого размера. Вот. Ну, в принципе, на вкус нормально. Водка и водка. Мягенькая, прикольная, с кровью змеи. Обещали теперь иммунитет на год. После этого, мази разные мы не покупали там, потому что реально цена была, ну, завышена, ну, реально тупо развод. Потом мы поехали на акулью ферму.
Акул живых там нет, ничего такого там нет. Там нам просто упаривали акулий жир. И вот там так красиво упаривали, что получается та пара, которая с нами поехала, парень не сдержался и купил там несколько коробочек этого рыбьего жира за 1200 юаней, ну это 6000 гривен в принципе. Потом он выходил и сам не понимал, как он сделал эту покупку. Потому что реально, ну, по мне, так как за рыбий жир, за этот акулий, цена 6 тысяч гривен там, за пару пачечек вообще нереально. Но реально разводили, они очень-очень красиво. Когда они разводили, получается, на покупку этого акульего жира, там потом пришла китаянка. Китаянка там нас проверила там по пульсу наши болезни и так далее. Всем расписала, сколько надо. Там мне там надо 3 пачки рыбьего жира и 3 пачки еще какой-то фигни. В общем, тоже из акулы. Потом та, которая нам это все продавала, она начала рассказывать. Вот, можете хотя бы пачечку купить, хотя курс 6 пачек. Одна пачка там стоит 200 юаней. Ну, купите хотя бы одну пачку. Хотя от одной пачки эффекта не будет, но можете хотя бы купить одну пачку. Ну, в общем, мы там ничего не купили. Потом мы поехали на фабрику шелка. Это тоже не фабрика, это магазин. Там буквально 2-3 комнатки. В одной комнатке мини-музей, как делается этот шелк. Во второй комнатке магазин шелка. Там обратно нам паривали купить этот шелк. Я трогала на ощупь, спрашивала, это точно шелк? Мне говорят, да, это точно, это 100% шелк. Потом, получается, я еще раз спросила, что-то он на шелк совсем не похож. Тогда девушка говорит, ну это шелк с примесью бамбука. Ну, в общем, там мы тоже ничего не купили. В магазине сувениров мы тоже ничего не купили, потому что цены, ну, завышенные. Потом мы еще узнали, что, оказывается, тот экскурсовод, который нас возит по этим экскурсиям, он получает 50% от той суммы, которую мы оставили за покупки этих товаров, которые мы бы купили. В общем, со всей этой поездки, что с этих экскурсий, ну, попробовала я коктейль со змеиной кровью. Ну, купила себе магнитик за 3 юаня. Ребята, которые потратили больше денежек за рыбежи, почти 6 тысяч гривен, они, конечно, были в шоке. Потом они уже одумались. Ну, уже поздно было. Ездили мы на рынок китайский. Он называется «Первый рынок» или что-то там такое. Китайцев реально, там такая тьма. Все китайцы на мопедах, куча мопедов. Дома, многоэтажные дома, где живут китайцы, вот с первого по последний этаж все окна, балконы, все в решетках. То есть китайцев реально много, они орут, они культурные, они там харкаются, они там, ну, блин, такая бескультурщина. В общем, походили мы по этому рынку. Цены, конечно, намного дешевле, чем в туристических районах, чем в магазинах. На рынке можно торговаться. На рынке действительно китайские цены. То есть там, в принципе, можно купить все, что угодно по низким ценам. Не знаю, какое качество, но мы пока еще ничего там не покупали. Но купить можно все, что угодно. Дальше. Через дороги переходить в Китай. Они ездят без правил. А нет, китайцы на зеленый свет проезжают. Получается, они не пропускают пешеходов на зебре. Они вообще считают, что если пропустить одного пешехода, сразу пойдет толпа пешеходов и образуется пробка и так далее. Также они ездят по тротуарам. Туристов на транспорте здесь практически нет, потому что, чтобы взять в аренду мопед или автомобиль, нужно иметь китайские права. Вот. Ездить можно здесь, ну, передвигаться на каком транспорте, можно передвигаться на такси. Ну, на такси, кстати, нас пытался водитель такси обмануть. Посадка в такси стоит 10 юаней, и дальше каждый километр 2 юаня. Мы когда с рынка ехали в отель, таксист сначала не хотел включать счетчик, потом он включил счетчик, получается,
в итоге, когда мы доехали, там было по счетчику 12 юаней. Получается, та пара, которая с нами ездила, парень достает деньги, начинает считать, дает ему 10 юаней и дает 2 юани. Таксист возвращает ему 2 юани и прямо из рук выхватывает 10 юаней. Парень начинает возмущаться, показывает на счетчик. Он, таксист тоже что-то там покричал, в итоге со психами отдает 10 юаней, берет 2. Вот так вот пытались обмануть. Вместо 12 юаней взять 20 юаней. Дальше. Ездить здесь можно на автобусе. Проезд на автобусе в пределах города стоит 2 юаня. Если с города в город, то где-то может до 10 юаней. Получается, но в автобусах не дают сдачу. То есть сколько вы дадите вы 5-100 юаней, вам сдачу не дадут. Поэтому если ехать в автобусе, то нужно приготовить специально мелкие юани. Немножечко скупились в торговом центре ананас. Так, это японское. Тут в пакете все китайское. Так, вот такие чеки. Не знаю, тут вообще ничего не понятно по чеку. Ну, вот. Китайская рыба. Вот она вот так вот выглядит. Она настоящая, не искусственная. Очень-очень острая и сладкая одновременно. В принципе, попробовать можно. Я еще вот такой вот пакетик рыбы взяла домой на подарок. В китайском торговом центре ананас. В японском брендовом магазине Miniso я купила на подарки вот такие вот товары. Это японские наушники. Они стоят 15 юаней. Получается бутылочка такая, это стеклянная бутылочка. Она стоит 10 юаней. Зубные щетки. У них очень интересные волоски. 10 юаней, по 10 юаней крем для рук. Маска 15 юаней. И лейкопластырь. Я уже пакетик открыла. Там получается согревающий лейкопластырь. Их вот таких вот 9 пакетиков. Ой, не 9, 8 пакетиков. Он какой-то такой большой вроде бы. Китайские зубные пасты. Такая вот мятная паста. Больше на наши похоже. Так. И вот это вот лайм. Она желеобразная, очень-очень пахнет, приятная на вкус. Такую вот рекомендую. Также на подарки я взяла матча. Его можно как напиток пить, так можно добавлять в разную еду, даже в сладости. Чаечек. Такая красивая коробочка с драконами. И кокосовое молоко. Это без всяких добавок. Там еще было молоко с сахаром, молоко с имбирем. И еще в магазине была акция при покупке 2 пакетиков. Тут получается в этом пакете так, по 16 грамм 20 пакетиков сухого молока. При покупке 2 вот этих вот пакетов давали вот такие вот конфетки в подарок. Китайские конфетки. Я их тоже на подарки беру.
Вот эти конфеты мне очень-очень понравились. Их в магазине дают пробовать. Там получается дуриан, еще какой-то фрукт, я не знаю, и в кокосе. Очень-очень вкусные. Я их две пачки взяла, пачки 400 грамм. И при покупке еще двух пачек этих конфет, получается, вот эти вот конфетки, такие же подарок. Китайский суп. В общем, в этом пакете все для приготовления супа. Какого супа, я не знаю. Тут все по-китайски. Ну, дома буду пробовать. Также разные макарончики китайские. Это тоже макароны. Ну, конечно же, мивина китайская. Ну, орешки. Ледяной сахар. Наверное, он сделан из бамбука, так как бамбук нарисован. Вот таким вот сахаром, получается, мы закусывали на змеиной ферме змеиный напиток. Рисовую водку с кровью змеи. Ну, как нам говорили, китайцы здесь таким сахаром закусывают алкогольные напитки. Китайские магазины лучше приходить со своим пакетом, так как пакет может стоить дороже, чем товар, который вы купили. Китайцы очень жадные и просто так пакетики не раздают. В Китае мне очень понравились вот такие вот конфетки. Здесь их 400 грамм. Они получаются трех видов. Зелененькая — это конфетка с дурианом, желтенькая — это с манго, и беленькая — это кокосовая. Всем рекомендую. Китайские напитки. Вот. Достаточно тяжелые. И вот такой вот кофе, мы его пробовали, очень вкусный, наподобие нашего МакКофе, только здесь кофе с кокосовым молоком. Пакетики, очень вкусный, рекомендую. Этот напиток еще не пробовали. Зеленый китайский чай, такой металлической коробочке. Мы нашли по 18 юаней. Здесь пакетик и чай завернут в трубочке. Когда он заваривается, трубочка как распускается, становится больше. Очень вкусный, интересный чай. Имеет замечательный запах. Умывашка японская из Миниса. Маска для лица, тоже японская. И вот такие вот тоже маски для лица в виде таких таблеточек. Берется одна такая таблеточка, заливается водичкой, и получается тканевая маска, которая накладывается на лицо. Товары, которые меня просили привезти. Китайские сигареты. Вот такие. Дальше beauty blender китайский, японский, блеск для губ китайский и, как это называется, как лизун, что-то такое. В общем, этот гель
Вот. Этот гель антистресс. Его можно достать из баночки, если пить какие-то фигурки из него. Себе любимая я купила вот такой вот держатель. Вот на коробочке он нарисован, под мобильный телефон. Такой держатель стоит 15 юаней. Китайский деликатес когти феникса. Вот такой вот пакетик. Китайцы его просто обожают. В этом пакетике 4 вот таких вот пакетика. И в каждом таком пакетике по... Сейчас вам покажу. Вот такой вот куриной лапки с когтями. Это копченая куриная лапка, залитая медом. Ну, вкус такой вот специфический. Попробовать можно. Ну, вкус на любителя. Пляж до Донхай утром. Прохладно, еще никого нету. Китайские закуски. Тут какие-то ракообразные названия, я их не знаю. Они здесь целиком. Крабики. И креветки. Все морепродукты нечищенные. Вареные в каких-то специях. Сейчас я нахожусь в китайском районе. Здесь
здесь живут местные и практически не ходят туристы. Вот такой вот у меня сегодня обед по-китайски. Десертик, булочка, тут еще с чем-то булочка. Уточка по-пекински и китайская водочка.